друзья, всем привет! Рад приветствовать вас в новом ролике. Очень рад, что заходите в комментарии пообщаться. В очередной раз наша добрая традиция продолжается. Передаю привет. Писали в комментах. Латвия, Таджикистан. Огромный привет. Канада, Торонто. Очень приятно читать, что вы из таких далеких стран тоже смотрите. Вот посмотрите, вскрыл зарядку. Так я пару слов вставлял о ней в прошлом видео. Смотрите, такая нехитрая конструкция. Значит, диодный мост вот я открутил. Ну, он, в принципе, выглядит таким живым. Особо ничего черного нет, вот как писали, вы подсказывали. Прозвонил, значит, я предохранитель тоже, он целый. А тут особо-то чему ломаться? Вот эта катушка, переключатель, табло. Ну, в общем, я даже в растерянности. Я думал, реально разберусь, здесь будет что-то обугленное. Но не тут-то было. Пусть пока стоит, сейчас крышку накину, может, что-нибудь потом придумаю. Также привет передаю соседям с Омска, в Воронеж. Молодцы, что смотрите. Воркута, Калининград тоже огромный привет. Кому не передал привет, всем обязательно передам. Не беспокойтесь, все записаны у меня. Парни, также спасибо огромное всем, кто ставит лайки, кто оценивает в комментариях отзывы ваши, они очень важны. Вот, всем отвечаю, все читаю, сами вы это видите. Ну все, приятного просмотра. В процессе перебывания, соответственно, я снимал, одевал все колеса и обратил внимание на одну такую деталь. Мне еще в одном из прошлых видео в комментариях достаточно часто писали, что смотри, у тебя трещина на тормозном диске. И вот, действительно, можно на видео было принять это за трещину, но это не трещина. Это такой вот, не знаю, налет какой-то. И что характерно, это этот налет, он на всех дисках, и рисунок одинаковый. То есть вот такие две полосочки на диске, я думаю, что за интересный эффект такой. И когда я понял, что это на всех четырех колесах, то стало ясно, что просто от того, что машина стояла очень долгое время, соответственно, колодка была вот в этом положении здесь, и сбоку, видимо, там, ну, до дожди были, влажность, и наржавело, вот такой налет наржавел. Смотрите, вот на этом диске то же самое. Вот, смотрите, то есть колодочка, она отпечаталась. Ну, это, конечно, ну, это не трещина, во-первых, но ничего хорошего в этом нет. В принципе, я согласен, что здесь по-хорошему все четыре тормозные диска под замену, колодки. Ну, колодки еще живые, но, в принципе, если менять диски, то можно и колодки будет поменять. Ну, пока я соберусь поменять диски, я думаю, и колодки пора будет менять. Ну и, соответственно, обслужить суппортишки тоже можно. В общем, такая интересная особенность. Вот как определить подснежник, смотрите, наглядный пример. Через литье, допустим, тоже видно же, да, вот тормозной диск. Если видите, ну, что на каком-то из дисков, даже на одном, вы заметите такие вот следы, то значит машинка где-то стояла, где-то отдыхала довольно продолжительное время. Такие пирожки. Фу, если это облегченные диски кованые, то какие же тогда не облегченные тяжелые. Ребят, недавно я замерял компрессию на этой машине следующим образом. Я прогрел двигатель, снял катушки, выкрутил свечи, снял предохранитель с бензонасоса и, собственно, компрессометр вкручивал и проверял. Делал первый раз, такого опыта у меня не было. И, в принципе, я подозревал, что что-то могу там немного не так сделать. Но по комментариям почитал, особо разноса, так сказать, не было, особых каких-то критичных ошибок. Да, единственный вариант такой появился, что, возможно, это масляная, так называемая масляная компрессия, и то есть там масло между цилиндром и поршнем. То есть у меня интерес такой есть сейчас проверить все это дело на холодную, но все горшки не буду. Возьму, пожалуй, один
цилиндр, где было 13 очков, и один там, где было 12,5. И сравню показатели. И еще потом в конце один экспериментик проведу, о котором тоже вы мне писали в комментариях. За последние пару недель буду уже третий раз выкручивать свечи, уже делаю все на изи. Каждый раз все быстрее и быстрее все эти процедуры проделываю. Вот. Погнали! Алло, Яха. В гараже, нет? Да, в гараже. Ну, я, короче, это, иду. Ты что, пешком? Да, да. Красавчик, ты пешком умеешь все передвигаться? Иди в задницу, ёпта. Так, получается что? Снимаем фишку, катушка, она вытаскивается вот так просто. Хоп. Как бы она уже подвытащенная у меня была. Вот таким вот образом. То есть она ничем не прикручена. Просто плотненько там сидит. Просто я когда гуглил информацию вообще, как что менять, вот этой простой информации, как вытащить катушку, не было. То есть я боялся дернуть. То есть дергать достаточно сильно нужно. И важно не сломать еще вот этот элемент, то есть вот эту защелочку. Вот, и нигде я не увидел, и на видео нигде не показано. Просто снимаем катушки, а как снимаем, особо непонятно. На тех же японцах катушки обычно прикручиваются ключом на 10. Привет. Разговариваешь с камерой. Сейчас, короче, будем эксперимент делать. Значит... Я нажимаю, ты здесь что-то... Говорят, типа, это масляная, может быть, компрессия. Ну, это парни там писали. О, мистика. Так, сейчас, это сварщик там работает. Типа между поршнем и цилиндром масло. Mm-hmm. Ну, короче, надо проверить этот момент. А потом еще эксперимент такой, что капнул туда масло. Ну, написано 20 грамм. Ничего себе. Плеснуть. И должна она подскочить. Если она останется такой же компрессией, то тогда это хреново. А сейчас видео идет же? Да. Это секретный гараж, да? Это секретный гараж. Значит, это у нас третий горшок. В третьем горшке была компрессия 13 очков. А, тут получается и газ, и тормоз надо жать. Так, вот, кстати... Показываю температуру мотора. Моторчик у нас вот 8 градусов, холодный. Так, сейчас таким же образом шестой цилиндр проверяем. В шестом было у нас 12,5. Так, выжимаю газ, выжимаю тормоз. Все, погнали. Сейчас мы проведем эксперимент. Сейчас мы туда плеснем чуть-чуть масла, грамм 20, по вашему совету в комментариях. Все это прочитал. Вот, и посмотрим, изменится ли. Если не изменится компрессия, то, я так понимаю, это масляная компрессия у меня. Так, вот, значит, маслица осталась. Вот, смотрите, столько набрал, 20 грамм, что-то многовато мы считаем. Наверное, поменьше сейчас, 10, наверное, грамм плесну. Не знаю, что сказать. Мне кажется, это очень много. Когда эндоскоп ты туда пихал, и то, он так сложно пихается, именно в дырочку в эту попасть, чтобы, знаешь. Такая работа, конечно, кропотливая. Да, интересно. К эндоскопу мне пришлось 3 зубочистки намотать, чтобы он прямой стал. Знаешь, шланг же он не прямой. Как он? Видишь, он вот такой. Вот, смотрите, в общем, масло заливаю в цилиндр его. Итак, добавил я почти 20 миллилитров масла. Сейчас попробуем еще раз покрутить. Так, тормоз, газ, все выжимаю. Ну что сказать, ребят, я в очередной раз рад, что компрессия у меня оказалась не такая уж масляная, как предполагалось.
Вот. И что еще хочу сказать, что в принципе положительную сторону такую вот этого видеоблога вижу, что недавно я эндоскопом научился пользоваться. Сейчас, значит, научился компрессию мерить. Раньше для меня это было замер компрессии на в моторе. Это что-то типа на СТО надо ехать, какое-то профессиональное дорогое оборудование. Нет, на самом деле все оказалось очень просто и достаточно недорого. И, кстати, вот где купить компрессометр, хочу вам порекомендовать. Смотрите, есть такой замечательный сайт, называется satom.ru. Вот, вводим в поиски, допустим, компрессометр. И, пожалуйста, вот от 270 рублей просто огромный выбор на любой вкус. От профессиональных до простых. Я себе выбрал вот такой вот, а в кейсике, в принципе, универсальный, отличный вариант. Также, как вы видели, по трассе, когда я перегонял BMW, я пользовался диагностическим сканером. Очень удобная штука, допустим, ну, в дороге мне иногда пригождается. Можно смотреть ошибки мотора, можно смотреть температуру двигателя. Вот в таких случаях, как здесь, на этой BMW, когда на табло она не отображается. Вот, и еще в разных ситуациях. Этот приборчик даже при ремонте вариатора мне помогал. Ну, возможно, в следующих видео там расскажу. Вот, такой вот обычный ELME-327 называется. Стоит достаточно недорого. И вот, пожалуйста, смотрим на сайте satom.ru. Вот я ввел в поиске здесь ELME-327. И, пожалуйста, от 400 рублей. Ну, вот у меня вот такой вот за 513 рублей. С кнопочкой вкл-выкл. В общем, это штуковина, которая пригодится, в принципе, каждому автовладельцу, как и компрессометр. И эти устройства, они окупятся буквально при первом использовании. Всем рекомендую сайт satom.ru. Вот. И мне он тоже сейчас в ближайшее время, я думаю, понадобится еще не раз. По категории автотовары мне достаточно частенько придется закупаться, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Всякие ключики, приборчики и так далее, и тому подобное. Такой момент, помните, я дверь с форика менял, и получается, у меня остались запчасти, и мне написал подписчик Алексей, сейчас он ко мне приехал, ему как раз нужен стеклоподъемник, который я, собственно, и презентую. Вот, смотрите, замена происходит. Ну как, успехи, что-нибудь помочь можешь? Кстати, у меня есть еще ручка внутренняя, внешняя, там провода, кому что надо. Железку я, скорее всего, выкину. Она шпаклевана, и там вмятинки есть небольшие. Вот эти штуки открути, они снимутся у тебя, получается. И тогда вся эта история, вся она выйдет. Так, ладно, отвлекать не буду. Пойду по КСБХ и повожусь. Так, а еще вопрос на засыпочку такой. То есть, получается, там масло сейчас у меня в горшке осталось, его не надо выкачивать никак оттуда. Оно там само сгорит, надеюсь. Тут дело-то такое. Ну, наверное, сгорит, наверное, подымит маленько, да и все. Ну все, рад, что мой хлам кому-то пригодился. Получается, стекло и стеклоподъемник Алексею пригодился. У меня просто так валялось. Да. А, кстати, Алексей, а как ты нашел меня? У меня же 200 подписчиков еще было, когда ты мне написал, да? В Ютубе нашел, да? Ничего себе, когда даже 200 подписчиков было на канале, получается, Ютуб кому-то предложил посмотреть, и вот не зря. Что, это все на миндаловом получается, да? Ну, я не знаю, что, стекло выкинуть, забрать или что? Мне не надо, я копить не хочу. Можно сдать ее. Можно, кстати, это, мутные замуты, смотрел канал? Не, ну с Нижнего Новгорода далековато, но как звать человека того, не знаешь? Максим. Максим? В принципе, можно было бы коллаборацию с мутными замутами снять, да? Пусть приезжают, забирают. Ну, далековато, конечно. Побольше накопили бы, может, и приехали бы. Вагончик. С аккумулятором, короче, такая тоже проблема. Клеммы уже затянул просто очень сильно. И все равно начинаешь иногда заводить, и он чик отщелкивает. Чуть-чуть повернешь, ну, то есть теряется связь. Как в Омске у меня, может, видел в ролике. Да, чуть-чуть повернешь, хоп, все, вентиляторы заработали, свет загорелся. Кто знает, подскажите, что здесь напрямую соединить, может, какой-то предохранитель там или еще что-нибудь.
так как аккумулятор хороший. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Продолжение, как говорится, следует. Еще очень много работ. Мне, кстати, пришел кабель этот фирменный, BMW-шный. Там буду осваивать сейчас программу Ringgold, потому что строением хочу разобраться. Если честно, вот, троить стало еще больше, чем троило. Вот, и сейчас полностью посвящу себя этому вопросу. Ну а так, всем счастливо, всем удачи, пока!